День республики отпраздновали и в Старых Айбесях, что в Алаторском районе Чувашии. Село, расположенное в лесном массиве, стало местом притяжения для местных жителей и гостей. Рады мы вас видеть, дорогие наши. Русское спасибо вам от сердца скажем. На земле, родимый, мы вас величаем. Крепкого здоровья от души желаем. Русский самовар, русский национальный платок. Старинное село, в котором уже много лет живут в мире и дружбе русские, Чуваши-мордва, в эти праздничные дни преобразилось до неузнаваемости. Как и положено, радушные хозяева предоставили гостям и кров, и стол. Новые, только что построенные домики еще пахли свежим деревом. В них и заселились участники импровизированной выставки. Те, кому нужен простор, расположились прямо на улице. Мастера со всей округи спешили рассказать гостям, чем славен Алаторский край. Организаторы считают, что нынешний вернисаж станет основой создания этнографического музея. Ремесла здесь знатные: вышивка, резьба по дереву, бисероплетение, ковка из металла, а еще пчеловодство, рыболовство. Местные жители производят все, что нужно в повседневной жизни. У пирогов и плюшек свои рецепты изготовления. В каждом импровизированном дворе был накрыт стол с обязательным караваем. Наш мордовский дом славен, во-первых, коллективами фольклорными, а во-вторых, конечно же, национальный мордовский стол, на котором представлено широко квас мордовский, знаменитый, который нигде больше не делают, обрядовые блины, которые пекут только мордва, обрядовая каша и пироги мордовские, которые узнает любой отведовых. Мужчины у нас есть, умельцы, которые занимаются коваными изделиями, красивые заборы, ворота. Все применяется в доме, все можно использовать, все будет украшать. Вот подставочница, вот как бы ваза, сделанная с розочками. И многие еще большие поделки делают наши умельцы. В эти праздничные дни в селе Ичиксы заработал свой фельдшерско-акушерский пункт. Так что теперь не надо ездить в районную поликлинику. В самом селе завершается ремонт офиса врача общей практики. Для детей открыли детскую и спортивную площадки. Активно развивается в районе малое и среднее предпринимательство. Я тоже рад и горд за алаторцев, потому что сегодня День Республики, в канун празднования государственного праздника Дня Чувашской Республики, отмечаем здесь. Очень много мероприятий, открываются новые объекты. И то, что сделано руководством района, сделано жителями данного Алаторского района, это значимо для всех нас, потому что деревни, которые здесь расположены, они стали краше. Благосостояние людей улучшается, сплоченность, мобилизация людей дает синергетический эффект. Вот посмотрев, пообщавшись с людьми, я убедился в этом. Добрые улыбки на лицах людей говорит о многом. Все дороги в этот день в Старых Айбесях вели к сцене. Там состоялось вручение сертификатов на улучшение жилищных условий многодетных семей и молодых специалистов, церемония торжественного награждения лучших по профессии. Хлеборобы и животноводы, учителя и врачи – у каждого свой вклад в развитие малой родины. И эти люди достойны общественного признания.